Вот эти куски каменного угля, которые так поблескивают на солнце, лучи солнца отражаются, да? Это кокс. Кокс – это высококачественный уголь. Ну, естественно, многие сейчас под коксом понимают кокаин, но это не имеет абсолютно никакого отношения. Это изначальное значение слова кокс. Это высококачественный уголь, который много тепла, отдача высокая у этого угля. Естественно, кокс очень хорошо использовать в кузнечном деле для ковки, да. Для плавки, скорее всего, тоже кокс применяют. Но в кузнечном деле это самое вот необходимое сырье, ну, топливо. Этим кокс и отличается от других сортов угля.